Подписала муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Сегодня подписаны 3 из 4 муниципальных контрактов на ремонт 8 улиц по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их выполнят 2 подрядчика. Заказчиком выступила служба городского хозяйства Вологды. 6 из 9 участков улиц отремонтирует компания «Магистраль». В список вошли улицы Некрасова, Притеченская, Прокатова, Карла Маркса, Северная, Пугачева и кольцевая развязка по улице Северной. Стоимость работ составит порядка 290 миллионов рублей. На одной из улиц мы уже приступили к работам. Это улица Карла Маркса. Работы планируем на ней закончить в июне месяце. По остальным улицам идет сейчас подготовительные работы, то есть проводятся съемки, то есть заготавливаются материалы, и с майских праздников, думаю, что выйдем еще на несколько улиц. С компанией «Дорсервис» контракт подписан на сумму более 120 миллионов рублей. Этому подрядчику предстоит отремонтировать 2 улицы – Гагарина на участке от Петина до Окружного шоссе и Пролетарскую от Кирова до переулка Парковый. Ну, сейчас работа начнется с улицы Гагарина, то есть у нас будет работать 8 бригад рабочих, 2 бригады асфальтоукладчиков. Асфальтировщиков, 2 асфальтоукладчика будет идти по данной улице. Значит, ну, пойдет фреза, параллельно тротуары, бордюры. Значит, потом и асфальтирование непосредственно. По улице Пролетарской, там уже будет параллельно работа идти позднее, в июне-июле месяце. Обоим подрядчикам под силу выполнить все предусмотренные контрактами работы. Компании имеют свои асфальтные заводы в Вологде, а материалы – песок, щебень, песчано-гравийную смесь, бордюрный камень и бетон – закупят у проверенных поставщиков. Контроль работ будет многоуровневым. Специалистами по технадзору ежедневно будет осуществляться контроль качества выполнения работ и объемов выполнения работ на соответствие проектной документации. Будут браться пробы применяемых материалов, будут выполняться лабораторные исследования. То есть приемка работ по актам выполненных работ будет осуществляться каждый месяц. В ближайшее время будет проведен аукцион по ремонту участка Пошехонского шоссе. Всего в этом году в областной столице до октября будет отремонтировано 9 участков улиц. Работы по замене инженерных сетей на этих объектах уже стартовали. Графики работ коммунальщиков и дорожных строителей синхронизированы. В нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Вологда вошла при поддержке губернатора Олега Кувшинникова. Контролировать качество работ глава региона намерен лично. Полностью проект реализуют за 6 лет. Марина Березина, Максим Тышковец, Вологда РФ.